Приветствую всех. Сейчас разберемся, как поменять лампу сигнальную. Это касается ламп, которые снабжены вот такими лампами, то есть старого образца. Сейчас идут ледовские, но всем по порядку. Значит, для того, чтобы снять этот рассеиватель желтый, нам надо взять двумя руками, вот так. Скажем, лампа закреплена на столбе. Берем двумя руками. Пальцами придерживаем вверх и смотрите, вот на углы аккуратно давим снизу и снимается вот эта черная рамка. Зимой или по мере того, как сюда набивается пыль с дождем, она может сниматься плохо. То есть вот она новая, без проблем снимается, видите. Значит, какой выход? Берем отверточку плоскую, где-то такую, и ковыряем ее не тут, а вот в этом месте, вот где дуга. Вот эта нижняя часть пластмассы черная, а вот эта верхняя съемная. И мы его берем и легонько смещаем с места. Легонько подорвали, потом опять подорвали. Она когда с места уже сдвинется, дальше снимается без проблем. Дальше берем маленькую фигурную отвертку и откручиваем вот этот саморез. Аккуратно, он очень маленький. Забираем саморезик. И вот колпак снимается. Вот это нового образца лампа. А вот это внутренность от такой же лампы. То есть поменялась только внутренность старого образца. Лампа мощностью с завода установлена 25 Вт, цоколь типа Е14. Значит, помещается также и такая лампа, она сюда в колбу заходит, но мощность лампы не должна превышать 40 Вт. Она как-то вот так аж станет. Давайте, и либо... Я рекомендую, уже у кого сейчас лампы ледовские уже недорогие, просто поставить можно вот такую лампу с таким же цоколем. И давайте сейчас я поменяю внутренность на старую. Для ускорения процесса она на одном саморезе. Вот так она выглядит, если это лампа старого типа. То есть наружная часть никак не поменялась. И попробуем, или станет это ледовская лампа. А увы, в эту лампу она не стала. Да, вот это ниже. А вот такая вот подходит. Видите, она как раз упирается в верхнюю часть. Также, смотрите, есть лампы 24-вольтовые. Ну, они в основном установлены на шлагбаумах. То есть, если это бытовые ворота, простые, там, типа BX 74-78, там стоит обыкновенная вот такая лампа. Для холодильника она продается, у нее мощность обычно 15 ватт, то есть 25, наверное, надо поискать. Так, ну дальше собираем в обратном порядке. Заменил лампочку. Получается вот такой казус, что это ледовская, она-то вроде бы такая, но она, видите, она чуть-чуть побольше. Надо искать поменьше лампу. Значит, замени лампу, закрутим. Можно попробовать, или она работает со снятой крышкой, то есть нажали на пульт, прокатали воротами взад-вперед. Закрываем крышку. Саморез.
без фанатизма, и одеваем вот эту черную рамку. То есть таким же движением, вот снизу пальцами поджали и рамочку щелкнули. Все, замена лампы произошла.